Спешится. Следующая остановка. Улица 803 Москвы, дом 8. Москвы, дом 8. Следующая остановка – улица Софьи Ковалевской. Уважаемые пассажиры, при переходе улиц пользуйтесь подземными и наземными пешеходными переходами. Трамваи обходите спереди, в зоне видимости водителя, а автобус и троллейбус – сзади. Переходите улицу на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. В местах остановок трамваев, не оборудованных припугнутыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в вагон только после его остановки. После посадки необходимо не задерживаясь освободить проезжую часть.